ставим 50, двигатель разгоняется до 50, после этого взлет полный. Сейчас где-то 200 км в час приедем. 280, 290, 300 и ротейт. Еще. Насколько я помню, тот Пентагон он вошел где-то на 700 км в час. Да, где-то 300. Это угольная скорость 330 метров. Весело. То есть, если подходить чуть более полога, то эффект земли будет чувствоваться примерно при проходе 50 футов, где-то так. Когда самолет летит по ощущениям, как один самолет, и где-то после 50 футов, футов на 40, чувствуется, что он как будто в подушечку проваливается. Это мы сейчас на посадке с вами попробуем. Чуть опустим. Как? Вот так, хорошо. 50, 40, 30, 20, 20. Хорошо. Идеально. Так, теперь. Я заметил один момент. На Airbus нужно начинать в повороте. Только вправо-влево. Потому что он сам рассчитывает, он сам компенсирует на снижение подъемной силы. Попробуйте его вниз сейчас опустить. Видите, не дает. Это включился режим защиты от оверспида. Самолет сам поднимает нос. Потому что мы достигли максимального угла атаки, и он сейчас, в данный момент, самолет поддерживает. То есть бочку он тоже не позволит? Нет. В нормальных условиях нет. Если отключить некоторые системы, то можно. Но чтобы сделать бочку, я с включенным движением тренажера я бы ее не делал, а то мы можем стать героями новостей с заваленным тренажером на ногу. Сейчас у нас очень быстро начнет разгонять скорость. Землю не прилетайте, пожалуйста. Вниз только 15 дает. Too low, terrain. 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 Pull up. Pull up. Too low, terrain. 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 Terrain, terrain. Too low, 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 terrain. Sink rate. Pull up. Pull up. 40, 30, 20, 20, 5. Отлично. Самолет сейчас сам начнет тормозить. Можно включить реверс. Пальцем вот сюда вот. Открываем замки наверх. Да, и назад. Да, отлично. И теперь малый реверс. То есть вперед вот так. Двигаем вот так. Просто вот так. И оставляем так вот. До полной остановки. Yeah.